О причине визита на завод МЖБК в разгар рабочего дня рассказала Антонина Бурховецкая, руководитель исполкома Дмитровского отделения партии «Единая Россия». 13 сентября нынешнего года пройдут выборы в районный совет депутатов и довыборы в Московскую областную думу. Партия «Единая Россия» неоднократно в преддверии выборов проводила предварительное голосование с целью выявления наиболее достойных кандидатов на участие в основных выборах. Так поступят и в этот раз. 12 июля в это воскресенье пройдет предварительное всенародное голосование, в результате которого избиратели определят кандидатов в депутаты районного совета депутатов. И уже эти кандидаты будут участвовать в выборах 13 сентября. Местное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло несколько кандидатов, которые присутствовали на встрече с коллективом завода МЖБК. Первым представился ныне действующий председатель районного совета депутатов Василий Баринов. Он является директором Дмитровского института непрерывного образования. В своей речи Василий Баринов обозначил полномочия районного совета депутатов и выразил надежду, что жители снова окажут доверие и проголосуют за его кандидатуру. Начальник отдела МФЦ Юрий Куклев, также действующий депутат районного собрания, в своей речи отметил, что за два депутатских созыва он смог понять и полностью вникнуть в проблемы Дмитровского района и теперь, имея опыт, желает приложить максимально усилий для их решения. Людмила Проноза, руководитель общественной приемной главы городского поселения Некрасовский, отметила, что задача депутата – думать не только о благополучии района в целом, но и о его жителях в частности. Стараться как можно больше помогать человеку, который обращается с той или иной проблемой. Директор студии телевидения «Вечерний Дмитров» Олег Стародубов в своей речи отметил один аспект, которым бы хотел заняться вплотную. Это возрождение Института народного контроля, который в свое время прекратил существование. После присутствующим на встрече работникам завода МЖБК предложили задать кандидатам вопросы. Вопрос был один. Коснулся он Дмитровской городской больницы и системы здравоохранения в целом. Людей волнует то, что сейчас наблюдается острая нехватка врачей, из-за чего приема приходится ждать месяцами. Отвечал на этот вопрос Василий Баринов, действующий председатель районного совета депутатов. К сожалению, на сегодняшний день полномочия по части Дмитровского здравоохранения переданы в область. Следовательно, вносить коррективы в работу на местном уровне стало проблематично, а чтобы достучаться до областного руководства, требуется много времени и сил. В такой ситуации стараются действовать через депутатов областной думы, избранных от нашего округа. В целом, встреча получилась содержательной. По ее окончанию Антонина Бурховецкая, руководитель исполкома Дмитровского отделения партии «Единая Россия», призвала всех посетить предварительное голосование 12 июля.